Начать запись. Хорош начало. Меня убивают. МСМОС, меня зовут Андрей. И это у нас опять Майнкрафт. Сразу почти сразу записываем вторую серию. Смотрел, как и делается вампир. Ну там до 4 левела я посмотрел. Там вообще ничего сложного, оказывается. Ну как всегда уж. Здесь опять Медвед. Мы здесь. Я послышал всем блевать. Вот такая вот схемка. Давай, убивай уже. Сок там уже. Мало еще. Думаешь? Давай попробуем. Подожди. Отойди. Там 70 должно быть. Отойди. Отхожу. 70 должно быть? Да. Давай я наберу еще. Дай. Откуда ты знаешь, что 70 должно быть? Потому что я же третий уже уровень. И тебе показывают, сколько надо? Не, я видел, сколько закончилось. Я до сотки наполнил. Нифига себе. Экран навыков уже готово. Теперь можно выше становиться. Так, меню, нет, не проявление. Куда? А дальше что, вампирская ярость, защита от солнца? Или вызвать летучих мышей? Альт 1. Альт 2. Что лучше? А? Телепорт в конце открывает, а это заморозка открывает, а это невидимость открывает. Че это? Защита от солнца, я следующий буду открывать. А как мыши ставить? Вообще, на кнопку К русскую, и тут будет меню. Вообще еще можно ставить бинды, и короче нажимаешь на К русскую. Выделяешь, нажимаешь на Alt и выбираешь какую цифру. Что делаешь? Зачем? Так до 4 уровня надо же еще. А там я не знаю сколько там до хрена, наверное, надо. Фотку, наверное, надо. Так. Alt 1. Alt 2. Alt 3. Как обратно стать человеком? Я встал. Я тебя убить не могу. Вот я еще купил нам. А, он по-другому называется. Вервольф Туч. То есть можно стать волком, еще можно стать охотником. Вот так вот. Да, поворачивайся. Ай, зачем ты меня бьешь? Вернулся. Вот. Вот так вот. Прикольно. Мы раньше играли на вечере, там чуть по-другому. Там тебе алтарь давит задание. Не надо никуда смотреть. Вот так вот. Пай. Ну, на этом тоже когда-то играли, я помню. Думаешь? Да. Поворачивайся. Так, ну что, эмоты есть? Их нашел. А, вон, где чат? Да. Ай. Вот, за вампира, если ты умираешь, у тебя есть второй шанс. Не знаю, как за волков, конечно. Сотку. Сколько надо? Сотку. А сейчас сколько там? 6? Сейчас 8. Ворожись. Не дай тебя колотить. Там надо будет потом другой алдарь какой-то брать. Ой. Без проблем. Да там дальше не знаю, как идти. Ну опять смотреть. Зачем меня ударил? 8. 17. 26. 28. 28, что так мало.
У нас алмазик есть, нет? Есть, я находил. Да? Тогда можно будет сделать кровь-выжиматель. Что за кровь-выжиматель? Ну, из мяса он выкачивает кровь. Сжимает. Нам нужен алмазик. Ух ты! А замок с закрытым... Этот... Закрытым ключом тут рядом. Километр всего идти. Даже меньше, чем километр. Ключи делаются, значит. А как ключи делаются? Там что-то я находил в этом. Надо быстренько сделать, там уже один тоже поставил точку. Откуда знаешь? А я видел, он там прокопал вокруг замка. Да, здесь пока проходил, посмотрел. Без записи. Ой, искали кровь. Ну я искал, пока его не было. О, давай. Еще один раз открыть. Интересно, просто из бутылки можно пить эту кровь? По-моему, да. Чтоб с собой собрать. А чё нет-то? Чё нет? Мне теперь интересно, что там за волка. Надо создать новый аккаунт, за волка ещё делать. Ай-ай-ай-ай. Воскреснуть. О, ну-ка, стой. Повернись. Не надо. Повернись. Да не бойся, чем? Повернись. Что, кровь кончается? Да. Попробуй, вот я положил, выпей. Не до конца. Ну, возьми еще вон. Отлично. Ну пить можно, да? Да, конечно. Значит, надо этот набрать с собой здоров. Вот теперь мне еще больше крови. Так, навыки. А что в навыках открыть? Вызывает летучих мышей. Постоянное повышение скорости. Вампирская ярость. Так, я тебя не слышал. Добиватель. Шли. Так, экран навыков, я выбираю защиту. При использовании меча вампира вы мгновенно убиваете любого невампира, который имеет ниже... Тут непонятно, но это его максимальное здоровье. Ух ты. Че это, где ты видишь? Это вот ярость, самое левое, вниз, вон там черепочек. А, добиватель? Да. Заморозка есть, телепорт есть и невидимость. Вообще... Я хочу взять телепорт. Так, защита от солнца лучше прокачать. Потому что мы сейчас... Невидимость взять. Смотри, невидимость здесь. Ой, я два раза сделал. Немного надо. Я совершенно два раза сделал. Ёперный бабай. Но здесь защита от солнца есть. Ага, я сделал защита от солнца и скорость случайно. Тут, там два раза что можно выбрать? Там два навыка дали. Ага. Уи! Так. А тебе все бутыли, у тебя что ли все бутыли? Да. У тебя что ли все бутыли? А постоянное повышение скорости я походу взял меча. Да, ай. Ой, прости. Еще, у меня регенерация хорошая работа. Так, бутыли, кстати, кинуть нельзя. Можно только сам будет положить. А это что ли? Это баф от солнца. Что это? Баф. Надо на кэрлов нажать и выбрать от солнца, чтобы работало. Mm-hmm. Вот здесь квест есть в этой. Помнил, дубовое дерево. Значит, давайте будем немного награды. Давай я быстренько добегу до туда. А, зачем добегу-то? Что, дебил что ли? Летаем, полетели. Тоже добегу. Еще не бегал я тут. Это летучая мышь вообще удобная. Ты на одной высоте летаешь. Регенерация, защита от солнца, инфект. Что за инфект такой? Это, наверное, вот скорость атаки. Это где? Я полетел в этот.
замок. Показать. А, ну стой тогда. Подожди, меня. Да тут осталось 500 метров. Сейчас, далеко. Какое море? Чё? Которое может открыть двери подземелья. Чё это? Нам нужна кузница адского огня. Йо, макарёк. О, тут, тут. Что? Древно. Проводил-то проводил. Так, два железных слитка, чистый лист. Чистый лист делается в кровавом алтаре. Кровавый алтарь делается из габро. Угу. Детишкин корень здесь как? Камень пустоты, бримстоун, ящма, известняк, мрамор. Ну-ка, фу! Мрамор, печка и золотой этот. Сейчас сделаю. Так. Мрамор, где я складывал? Это он что ли? Вроде он. Печку нашел, золотой слиток нашел. Мрамор. Не, с другой стороны что? Похоже, с другой мрамор, стороны. Печка и золотой слиток. Там, по-моему, другой был же, нет? Это не тот мрамор. Да, давай сейчас играем. Все здесь. Ух ты, волчара! Ух ты, волчара, ты че? А, это ужас. Волчара, это кто это? Это гнит какая-то. Тебе ТП хоть? Я не могу. Я не могу до нее дотянуться. Ой, она кусает очень далеко. Так. Дай мне от нее нахрен. Иди отсюда. Так, летим-ка, посмотрим. Он один даже снизу прокопал. Я чаю тебя. Я когда в воду попал, я превратился обратно в человека. Да, да. Я тоже. Вот ты кто? Кстати, да, вот. Yes. Что, напасть мне на хотел? Да, освободите Вилли? От чего? Ты хочешь меня атаковать или что? Я не понимаю. Так, а где этот камень, который я нашел, который нужно этим отдать? Зеленый, вот он, неактивный камень. Я пошел в шахту. Я тебе надо, касатка. А то ли меня убить хочешь, что ли, че? Не понимать. О, подводный сундук нашел. Нашел. Второй сундук нашел. Может и пахаться. Йоу, ты мне вообще не даешь сделать что-нибудь, не скрафтить, не сделать. Зачем? Ну надо взять этот сундук. Цепь. Посадка. А, есть. Ты подладываешь что? Да. Здесь еще один сундук есть. Где? Здесь. Вон, вижу. Посадка, свесть меня хочет? Че? Че мне ударил посадку? А это укопника, я хочу жить. А? Теперь касатка себя выступает. Тут еще один сундук. В этих развалинах. Где развалины? Здесь вот, где я. А. Эй, 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 горячо. Ну, здесь особо-то ничего такого дорогого нет. Карта клада есть, конечно. Удочка, починка. Блин. Орбита, запуск усиления, задержка от отбрасывания усиления, какая-то книга у меня. Свистняк вот это нужен. Без него же делается, интересно, да? Так.
Конек. Из него чистый лист делается, из него. Рог дикаря. О, еще тут есть сундук. Как тут туда поплыть? Вот так вот поплыть сюда. Да. Сейчас вот эту штуку, блин, надо прокопать, она нам нужна. Что ты? Чип дикаря. Похоже на сосиску. Как тут шумно, ёлки-палки. А мне нечем копать. Конёк-горбунок, иди сюда. Пососу тебе кровь. Нет, я здесь сложил, забыл взять. Да дай тебе кровь пососу, ну. А чё мне кровь не сосётся? Не знаю. Ну, перезайти что-то, сейчас я перезайду. Быстрое шифрование. Шифрование. Уже 32 штуки накопал. Посуд надо. На всякий случай так накопаю. Ты около того сундука? Сейчас я загружаюсь. Ну да, рядышком. Ну ты тоже рядом. Так-то. Мне неудобно выбираться. 63, 64. О. Да, рядом. Запас. Ой. Сейчас найду именно сундук. Это внизу тебе. Да-да, сейчас. Цепт. Опа-на. Осквернённый Грааль. Вам не стоит пить. Если лишь карты кладышева. Что так медленно плава? Плодородие. Будь здоров. Будь здоров. Эй. Что так? Чё мне? Так, пич. Мне вообще похоже. Да. Сбросил все. Нет, чё мне не пьет с кровь-то? Почему? Так. Какой? Че? Ну-ка. А тут общаюсь с этими дебилами. Как? А че они могут выпить кровь, я не понимаю. Вот я могу. А почему того не мог? А. Ну почему того не мог, интересно? Я оставляю его. Сюда иди. Подожди. Я надеюсь, есть интересно, есть. Бутылька, где? Ты? Тебе. Почему я вот его? Почему я тебя пить не могу? Чё, ты заражён какой-то? Надо убить, он, наверное, болеет чем-то. Освободил остальных. Что такое ЛП, Андрей? Лучшая подруга. Надо 1000 ЛП, чтобы из известняка сделать чистые бумаги. Чистые бумаги. Под Blood Magic ЛП 1000. Кровавый алтарь. Кровавый ЛП? Мне нужна кровь, но блин, не знаю. Че моя? Зачем тебе моя кровь нужна? А че еще?
Надо теперь еще смотреть, как дальше. А, там же алтарь теперь нужен. Ты писал там какой-то алтарь? Там алтарь восхождения, что ли? Алтарь, кровавый алтарь. Кровавый? Кровавый алтарь. Одном там микро. Ну, чтоб тот алтарь сделать, надо сделать кровавый алтарь. А какой нужен алтарь? Кузница адского огня, наверное. А какой алтарь ты надо? Кузница адского огня. Ты для ключа имеешь в виду? Для следующего уровня. Не знаю, я не смотрел. Эй. Эй. Как бы алтарь. Так, А летучие мыши бить не можешь, в курсе? Да? Да. Вдохновение, что ли? Знаешь, что я нашел здесь? Да. Сейчас вернемся. Так, нужны доски. Нафига я туда положил обратно? А доски есть? Сколько там досок надо? Четыре? Четыре. Железка нужна. Еще железка? Железка есть. Так, железка, алмазик и доски. Что еще не хватает? А, и не забыл. Шлифованный станок. А, шлифованный станок. Еще что-то надо же. Ой, я дебил. Как делать? Алтарь благовоний нужен нам? Ты возьми. Не возьми, а скрафти эти. Где он? Ну возьми. Так, это у нас наверх ставится. Это у нас сделать суды. Суды мы. Мясо. Мясо у нас есть, мясо. Теперь бы мясо найти. Если все разбросано, надо как-то фильтровать. Мясо. О, сырая баранина. Сырая баранина, давай наверх. Нифига себе, сделал уже? Ни хрена себе. Я же кровь сделал. Кровь сделал? Кровь уже сделал. Если кровь сделал. Вот этот, отжал. Так, 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 так. Давай так громко. Кашлять. Громко мне прям. Чуть ли не взорвалось и все. Мясо кенгуру. Интересно, пройдет, нет там? Охотник на ведьм. Вот, против тебя тоже. С арбалетом. Мясо, мясо, мясо. Мне нужно мясо. Он убивает большой это. О, бивень тролли. Бивень. Он не играет с флейта. Флейта, флейта, флейта. Все вроде вот тут есть. Мясо, мясо, мясо. Мне нужно мясо. Мне нужно мясо. Мясо, наше все. Мясо, наше все. Тут, 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 тут. Пещерный корень какой-то есть. Это, наверное, не мясо. У меня крови нет. Вроде нет ничего. А, лось ледяного дракона. Сытная еда. А, пусть пока ставим. Тут ничего нет, да? Мне нужно мясо. Мне нужно мясо. Веревка, нашел веревку. Шел хлеб. Ну, из хлеба, наверное, не будет кровь. Подумаешь. И... Время стерло может хранить данной книги в пыль. Изодранный фолиант. Может тоже меч такой брать, как у тебя? А, он хуже, кстати, ударяет. Конечно, красявше. Красявше. Что такое? Мясо, 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 са. Мясо, мясо, мясо. Два клыка. Нужно его и перебросить.
сколько на тебя напало? Так. Выкинь-то отсюда ключи. Все вроде. Давай делать кровь. Кровь, кровь, кровь. Кровь, 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 кровь. А из гнилой плоти нельзя. А, фиг с тобой. Ну все отфильтровать. Так, я бутыль вызову. Это сюда, сюда, сюда. Бутыль взял. Так, это положить куда-нибудь. Вот сюда, тут что? Ничего нет. Так, я должен, что там ничего нет. Идем куда-нибудь. Пошли, я подня. Спасибо. Выпахнул на дерево, которое почти вся. Она ему. Что такое? Тут все валяется. Так, кто-то был. Кожа на броне. Не хочу я рисковать так. А. Записи так и так идет, круто. Давай запись. Там арк просто так идет. Нифига себе, тут все валяется. Слоны тут, слоны. Где он? А, из слонов нельзя пить, ничего. Хотя в слон. Здорово, братан. Здравствуйте. Не взрывайся, да у тебя шляпка. Шляпка! Моя шляпка. И кто такой? Какой-то мутант зомби. Кем-то. Понял, кстати. Я как повыжу муж. Ты кто? Ах ты, кусака! Ух ты! Какая-то тварь! Бежим отсюда! Там был волк. А? У меня есть только 50 грамм. Что это? Ответ есть на behage.ru. Читай. Ты чё тут орёшь-то? Да нет, а чё ты стал тихим вообще? Я просто микрофон поднял. Зачем? Ну ты же говоришь, я громко кашляю. Кашляешь, да? А так теперь себя плохо слышно. А вот так? Так чуть лучше. Какая-то... Какой-то домик. Не отрывайся. Тут похоже вот есть. Ну, скорее всего, конечно. Тут похоже домик. Да. Кто-то себе домик захабал хорош. Какие-то ритуалы. У меня кровушка заканчивается. Я тоже. На дерево появился. О, нашел этот сундучок. Вот, еще сундучок нашел. И еще один сундучок нашел. Вы заполнили рисунок. Дом пришел. Рисунок. Не знаю. Лист созвездия какой-то. Кто так? Кто ты? Кто так не сожился? Альмара. Опа, да, у меня гибель зонт есть. Ладно. Вот так вот идем, пока следом.
Параллельно исследуем вампиризм. Не знаю, что это, смотрите. Попьем кровушки. У тебя кровушки нет. Мизер. А, здорово. Вот это ты мне сделаешь. Да. Тут охотник на вас. Они, кстати, не отмечены на карте, эти охотники. Что ты хихи? Чё? Чё я не могу пить у енота? Что не можешь? Пить у енота кровь. Я не знаю, у некоторых животных что-то нельзя пить. А чё по нему? Ни одного животного не видел. Я животное. Что кашляешь-то? Воронка. Ты чё, не умерла воронка? Ну, ты иди летай с одним крылом. Как хихикать ты? Для чего вы не нужны? Хихикает она. Для чего вы нужны, непонятно. Ай. Поми. Мне нужен еще один сундук. Здесь есть эрщу написать, что-то такое. Че? Вместо хоми, если эрщу написать, на русской раскопке хоми. Я знаю. Все так же будет. РТП не работает почему-то. Кес. Кес не работает. Тут он. Давай не туда. Так. Убей меня. Выпей кровь и убей меня. Куда? Убивай. Ой. Ты лишний немножко. Ты. Но когда-нибудь это все расшифровать, Паш. Ладно. Распределись. Ой, алмазная кирка у меня была. Крутая. Красавчик вообще. Алмазную кирку пока положить. Да, у меня. Так, а где у нас железка? Вот железка. Ты долго сделал, да? Нет, нет, я положил это. Так. Ветро. Это будет число 7. RTP. Ищем все, что нужно. Так, нам нужна лава. Нам нужна лава. Я, конечно, забыл, зачем нам нужна лава. Зачем нам нужна лава? Для чего-то нужна была лава и алмазик. Куда идешь? Варп ААА. Варп Биннерман. Зомби, спавнер скелетов. Факел от фантомов и всех враждебных лобов. А я погремушка. Пошли еще.
Пятка сейчас. Ничего нет. Сейчас я видео включаю. Не. Как теперь там так нам выжить? Пробрались мы в базу. Вообще громко здесь. Так. Нужно. Лети! Так, подожди. Сначала летаем. Помню один. И взлетаем. Крайний. Нифига себе они. Крайний. А? Я здесь коктейль наливаю. А. Надо уж быстро. Тут очень громко. Давай наливай. Они высоко бьют. Чтобы мы никуда-то не пробрались, такого не может быть. Пробраться я смог. Теперь дальше за тобой дело. Так. За мной? Да. Ага, я умер сразу. Я тут летаю. Я вижу этот спавнер. Я спавнер ломаю? Не знаю, его так не можно забрать. Ёк-макарёк! Я бы этот... О, я тебя не слышу, тут очень громко. Ай! А я воскрес, прилетел. Прилетел? Прилетел, да. Отлично, то что они все у меня. Я умираю из-за того, что у меня нет крови. Ага, все, все. Летим наверх, наверх, наверх! Наверх лети, наверх! Так, все, постройтесь. Маленькое убежище, где... Я ничего не слышу вообще. Надо перезайти, чтобы мне Хоми убрался, ну это Сет Хоми. Хорошо тут за вампиром, можно воскреснуть? Только я пишу варп на АБЦ, чтобы попить крови. Так, набываем тут быстренько. Ох ты собака сутулая, падла. Да. Они взяли на сундук, забрались. И дотянулись до меня. Ну уйдите отсюда, пожалуйста. Ладно, сейчас я кровь попью, и все нормально у меня будет. Так, надо улететь и домой прилететь, все положить. Ой. Мне тоже все вещи надо сложить и... Все, беги. Наверх. Отлично. Ах ты, собака! Все-таки затянулась до меня. Собака эта. Убили тебя, что ли? Да. Хоми, один. Взлетай. Отлично. Тут вообще же никого нет. И все у меня будет. Вот вообще ничего нет. Это потому что ты когда умер, там обновилось, и это, они все пропали. Тут вообще пока никого нет. Ну, я тебе об этом же и говорю. Так, там Хоми. Хоми пока. Так, все положить пока надо. Ух, я опять тут все заполнил. Ну, блин. Тоже хорошо. Так, надо перезайти, чтобы Сет Хоми ушел. Хоми 2. Так, все, я на Хоми 2 зашел. Блин. Че? Я эти сложил. Спаунер мобов ужаса. Это появился, что ли? Эй. Постный блок. Раз, два, три, четыре. Все. Где мы там только с отком стоит, я не понимаю. То, что там опять влезаюсь. Спаунер мобов ужаса. Меня убили. Рыцарь ужаса. Она сделала какую-то маленькую дырочку, чтобы не все взяли. Зависло. Вот. Так, нужно какие-нибудь доски. Собираю сразу все. А, земля еще есть, отлично. Становимся
Так. Помни, один. Я не помню. По-дурацки. Я взлетел, я летаю. Вообще насрать на них. Так. Сделал сайт. Хоми. Один. Нормальную точку сделать. А, это что? Я вот тут не залез. Да. Собрались, блин. Угу. Ладно, пишу хоми. Мне нужны блоки, потому что. Так. Падла, не бейте меня! Я взял булыжники, а потом я пришел. Лучше, конечно, не булыжники, а вот эту землю какую-нибудь. Чем тебе булыжники не нравятся? Да. Капец, здесь их много. Да. Пытаюсь... Я делаю вот так вот, чтобы они никуда не проходили. Я тоже попытаюсь закрыть лестницу. Кстати, надо спавнеры закрыть, спавнера. Ну вот я стенками их закрываю. Там, да, там можно булыжники. Интересно, меня убили. Эй, у меня все, крови не хватает. Тут же еще нижний этаж есть, ё-моё. Да. Так, 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 опа. Ага. Нижний этаж я немножко этот закрыл от них. Двигайтесь сюда, падла. Но все равно кроме земли ничего нет. Сюда, 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 сюда. Сюда. Отлично. Бар, А, Б, С. Тут мы нашли... Только не убирай. Убирай, беги, беги, беги. Пей, пей, пей. Ура! Я не подох. Что делаешь? Что у нас сегодня там меч? Что это? О! Он мне тут кинул мяско. Спасибо. Летел. О, он убежал. Ладно. Надо бахнуть, да? Да, это убил. Ровушка. Тут был еще один мапер, он похоже был. 20 левел, наверное. Это мечи огромные были вообще. Давай, взлепей. Где ты, я вижу? Бавнер. О, штуку, чтобы забрать. Да? Надо тебе запревать с этот, от территории. А? 200-400 переносит спавн. Так, ну давай, хоми, да? Запривать там все? Да, я сейчас сначала не запривать, что точку здесь поставлю. А, здесь мы точку ставим. Где она у нас? Давай. Вверху все, пишу хоми и лечу. То есть регион. Так, говядина у нас еще есть, говядина? Там в сундуке еще там. Дорогая, из ничего. Все, больше мяса нет? А еще мясо есть. Какое мясо? Сыра, свинина. Сейчас я только закрываю и все. Так меня добавь еще. Добавлю, ты только спавнер не ломай. Ладно, так уж и быть. Я где-то еще делал этот. Чё ты уж делаешь, забыл. Так, мне нужны доски, доски, досок, не вижу я. Я где-то еще лопату делал. Ну, железо. Мне надо все скорее это сделать нормально, отсортировать. Это беспорядок вообще. Беспорядок. Пойду я землю добуду. Земля. Жир.
Надо на Дискорд у них подписаться и 1000 монет бы получали за карты 15 минут. Ну да. Вроде как здесь так написано. Да, да. Так. Так, поехали. Я ставлю блоки. Первая точка. Ну что, он железо нет, что ли? Железо. Я все потратил, наверное. Продал. 6. Зачем ты продал? А, есть немножко. Опять нужно дерево. Блин, я в воду окунулся и стал человеком. Сделаем вот эту фигню, чтобы было нам легче. Железо. Возвращаем. Что сюда? Да. Куда? Засунь куда-нибудь. Если так вот сделать, воронка. Сюда. Будет интересно идти, нет? О, у нас переполнился резервуар с кровушкой. Это, да? Но кровушка сейчас идти-то не будет. Немножко здесь кровушка с собой. О! Ура! Я сделал бесконечный этот источник кровушки. Ну, почти бесконечный. Так, регион Медбет. Отсюда забрать нельзя будет. Слушай, а может сделать ADD Owner? Попробуй. А не ADD Manager. Попробуй. Это, то есть ты можешь управлять? Да, я знаю. Ты такой. Просто много где запрещено. Отца. Да. Новый управляющий моего региона. Можно? Да. Ура. Не убивают. Мне надо писать быстрее. Хоми 2. Я заприватил, ты тут? У меня один. Я здесь. Ай. 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 Хорошо, давай, давай, я пошел. Давай. Хорошо, он закрывается. Как? Давай. Ну, потом все будем прощаться. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Ну и всем пока-пока. Сейчас еще выбрался. Закрыл меня, конечно, супер. Вообще крутой чувак, да? Закрыл меня тут. Значит, кто мне делал? Кто мне? Здесь мы будем прощаться. Ну все, пока-пока.